Всем привет! Сегодня мой ребенок захотел попробовать сделать пластилин таким способом, как показывают в мультике из фиксиков. Итак, Дося, давай мы с тобой сегодня так. Что мы делаем? Нам нужно насыпать стакан муки. Набираем муку. Надо пол стакана соли. Итак, вот мы насыпали пол стакана соли. Мы насыпали пол стакана соли. Дося, высыпай муку. Так, теперь что мы делаем? Перемешиваем. Стакана воды. Подойди. И выливаем потихоньку полстакана воды. Давай я буду лить, а ты помешивай. Пластилин вот такой вот, можно добавить любой цвет краски, чтобы оно было цветным. Но мы сегодня, ну, давайте бери что-нибудь, кусочек пластилина, попробуй что-нибудь слепить и потом оставим его высыхать. Муки, потому что тесто немного прилипает к пальцам. Ну, какой-то такой чудик получился. Не, не получилось. Ну, сам принцип вы поняли. Главное не перелить воды. И все, что было. И также ты потом лепите фигурки, они застывают и получается все классно. Спустя 2 часа можно сказать, что пластилин получился. Он немножко полежал, мы добавили немножко муки. И в принципе можно лепить из него что-то такое вот оставлять. И оно потом будет высыхать. Ну и еще в принципе можно немного муки добавить.